Перспективы развития дорожной отрасли Ульяновской области обсуждали на международном форуме выставки «Транспорт России». Площадка ежегодно собирает несколько тысяч профессионалов отрасли, глав регионов и профильных ведомств, общественные организации, иностранные эксперты. В этом году из-за пандемии формат проведения форума изменили, количество очно участвующих сократили. Имеем возможность озвучить какие-то свои проблемы. И хочется сказать огромное спасибо и руководству Минтранса, руководству Росавтодора, потому что все задачи, которые мы и проблемы, с которыми мы приезжаем сюда, находят здесь решение. Главные вопросы форума – строительство и ремонт дорог, обновление транспорта. В этом году на национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из федерального бюджета направили больше 1 000 000 000 рублей. До 2024 года, а именно до этого времени рассчитана программа, большинство дорог России должны быть с ровным асфальтом, понятной разметкой и ограждающими барьерами. В Ульяновской области в этом году отремонтировано почти 150 километров дорог. На территории региона в этом году с помощью средств из федерального бюджета в рамках БКД мы смогли отремонтировать 62 участка автомобильных дорог, 26 в том числе в городе Ульяновске. И наши жители очень высоко оценивают эту совместную работу. Также в регионе продолжают строительство левобережной развязки президентского моста. Объект обещают сдать в эксплуатацию в следующем году. Из резервного фонда федерального правительства в 2020-м региону выделили 340 миллионов рублей на ремонт дорожного покрытия. Анна Тищенко, новости Ульправда ТВ.